Всего на канале Принцесс Мелан. Сегодня я буду пробовать 3 кваса и 2 квасных напитка. Это квас домашний. Это русский дар квас. Это квас белый классический. Он вообще-то желтый, а там написано белый. Это уже квасные напитки. Это квасной напиток народный, это квасок. Так, начинаем пробовать. Я начну с домашнего кваса. Вон он. Ну, нормальный. И горький, и сладкий, ну все вместе. Это, мне кажется, будет пасенький. Будет следующий квас. Это русский дар. Квас. Это почти то же самое, но это по сладкий и, ну, горько. Сладко и горько. Поэтому это будет первое место. Следующее я буду пробовать этот квас белый. Так. Он не очень, поэтому я его пока поставлю в конец. Я попробовала все 3 кваса. Ну и видно, что русский дар выиграл. На втором месте квас домашний, на третьем белый квас. Ставим пока их по местам. Мы будем пробовать квасные напитки и устроим соревнование, какой будет вкуснее, как и квас. Я начну теперь с этого. Это столичный. Он как бы грушевый, такой газированный и сладкий. Пока он идет вот так. Теперь я попробую этот. Это народный. Этот не очень газированный, но чуть-чуть газированный, но это сладкий. Поэтому я ставлю вот так. Первое место. Мне очень понравился русский дар, поэтому я его поставлю на первое место. Второе место выиграл домашний квас. Третье место народному квасу. Четвертое я столичному. Ну и пятому белому квасу. Если понравилось это видео, поставь лайк. Или дизлайк, но лучше лайк. Подпишись на мой канал. Всем пока.